Алиса, у меня есть вопрос. Угу. Ты обо мне в будущем нигде не слышала? А где я могла слышать? Но ты же ничего не понимаешь. Даже если мне ничего не сказали, значит нельзя, запрещено. Если хотите, я вам расскажу. Девочки, я боюсь. Расскажи. Же, Алиса, на твоем месте я бы еще раз взвесила перспективы. Ребята, Алиса показала нам рубежи, к которым надо стремиться. А если не верите, убедитесь сами, когда попадете к нам. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь.